Ну что ж, продолжим, пожалуй. Так. Чибо такие обычно такое вот прямоугольное, не прямоугольное, конусообразная такое тема. Поэтому конус и возьмем с вами. Так, конус, скажем, этому конусу про 12. Пожалуй, откроем вверх. Где-то вот так. Ну, дальше уже по вкусу, как говорится. Давайте. Делаем побольше. Примеряем. Нажим. Ну, думаю, как раз что-то такое надо. Здесь, скажем, Е и подымем. Здесь, скажем, Ctrl-R. И здесь Ctrl-R, это для ручек. Можем чуть вниз убрать. Далее следующее, пока мы отключим голову. И здесь сделаем прозрачность такую вот ненавязчивую. Уберем это. Что не убралось? Так вот, вертикли уберем. Вот. А это... Здесь у нас Мали, я надеюсь. Сразу скажем Mirror и Clipping изменим. Готово. Так, теперь мы можем с вами спокойненько, я думаю, еще одну контроллерочку поставить. Пробуем. Так. Ну а дальше уже просто все. То есть мы выделяем вот эти. Говорим и. Говорим S по зету. Так, где-то и S. По Y. Делаем квадратик. Даже еще поменьше, я думаю. Так, начнем вот так.
И ну, скажем, вниз. GPZ вниз немножко вот так. Теперь выбираем R по Y. Допустим, превратим в точки, скажем, S, X, 0. И еще раз R. Дальше Е. Теперь мы увеличим это. Наверное, побольше надо. Мы сделаем так сейчас, подождите. Тянем просто. Просто тянем. Так, еще раз. Здесь, скажем, S. Так. Здесь для ногтя мы сделаем R. Так, а здесь выделим все вот эти точки. Скажем, S по X 0. И теперь можно опустить G зато. Опа, рано мы сделали это. То есть я как раз хотел на это вот расширение ее опустить. Ну а потом уже подвинуть R. Вот теперь точки выбрать и сказать S X 0. Это понятно. И теперь R. Вот. Теперь мы выровняли так, как нам нужно. Ну, тогда уже можно будет вот здесь поставить Ctrl-R. Хорошо. Далее мы с вами сделаем следующее. Выберем вот эти. Сделаем и откуда там еще одно? Как раз нам не нужно. И тоже и чуть-чуть
Еще раз Е. И сейчас мы это дело наоборот. Нет, так не надо. С, скажем, меньше. Ну, начнем формировать. Итак, Е, поворачиваем. И еще раз Е. И уменьшаем. Далее вот это ребро. Так, вот это ребро поднимаем наверх. Вот так. Вот это ребро мы сдвигаем. Сюда G по Y. Это вот это ребро подвигаем по Y. Много. Это явно много. И теперь вот за то. Вот отсюда, из этой точки, мы делаем сейчас К. Разок. Надо бы подвинуть эту штуку и вот эту сюда немножко в центр G. Вот так, чтобы равномерненько было и красивая топология. К соединяем вот с этой. В итоге получаем абсолютно нормальную заготовочку. Поднимаем этот G. Многовато, я думаю. У нас на три части поделено, и давайте потихонечку вытаскивать одно сначала. Е. Раз. Два. Достаточно будет, я думаю. Теперь здесь. Раз. Это выдвинули. И раз, два.
Выправим сразу это безобразие. Скажем. S. Ноль. Пустим вниз. Почему я пальцем такое внимание уделяю? Потому что, ребята, я собираюсь всякие разные показывать жесты. Для этого мне надо, чтобы пальцы у меня были все-таки нормальные. Сейчас они не очень, как бы, нормальные. Ничего, сейчас поправим. Почему их так много? Скажите мне на милость. Я имею в виду. Точек много. На самом деле не так уж их и много. Тоже подтянем их сюда. Более-менее в порядок привели. Насколько это возможно. И еще раз Е. И Е. Потянем их по иксу. Должно быть нормально все. Интересно, что? Так. И эти вниз направим. Еще раз кое-что здесь сделаем.
Нет, и вот так. Чуть-чуть сюда еще. Примерно так. Заодно можем посмотреть, как это выглядит, если что. Можем расширить. Так, вот это сделаем немножечко под закругление небольшое, да? И здесь тоже. Тоже закругление. Так. Теперь посмотрим, насколько нам это надо еще уменьшить, если надо. Такая вредная это. Пожалуй, хватит. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот это еще вот сюда поднимем. Нормально. Давайте сейчас сделаем следующее. Subdivision. Нормально. Единственное, что вот это откуда тут взялось. Вытянуло что-то так сильное. То ли здесь две их, ну конечно. Теперь не будет этого гадства. Так, хорошо. Теперь давайте мы сделаем следующее. Это мы соединим F, скажем. F.
Ну и под конец. Далее мне бы хотелось следующее сделать. Сюда. И здесь. Пока. Ну, далее уже все просто. Берем говорим и по игреку с по игреку делаем квадратик. Так, ну я такой, чтобы еще вот здесь разрезал. То есть, какая еще вот здесь проявила? А это откуда? Нет, это лишнее, я тут наделал что-то. Давайте еще раз. Вот здесь, окей. А теперь эти четыре точки, давайте мы их в серединку, вот сюда. Кстати, здесь тоже надо, чтобы топологи не рушить. Тоже сюда. Так, и вот эти опустим, вернее, продвинем по иксу. G по иксу. Вот теперь получился у нас неплохой квадратик, который мы дальше продолжим. S. Ага. Скажем не так, ну, скажем вот здесь. Так он не двигается, это понятно. Так, какой ему лучше выбрать? Median point. Да. Вот так. Да, чтобы они не были, о, тоненькие ножки. Сейчас раздвинем еще немножко. G. Нет, вернее, S. S. Так, раз пошла такая пенка, мы можем вот это с этой прям сказать и последнее. Вот так. А вот эти две, два ребрышка. Теперь десолв сказать. Десолв edges. Вот. Тогда у нас нету треугольников, и это радует. Так. Смотрим еще. Вставляем.
И поехали. G. Вернее, E. Это нормально, потому что девочка это будет в сапогах. Так. Сколько времени? Ох, 30 минут уже.